Ну и что там, пока у вас, если не фул вдруг будет, я готов либо домашний, либо чуть похилить, если там кто зайдет, я выйду без проблем. Но это если надо будет. Спросите. В идеале подамажить, конечно. А так у меня ДЦшник с сокетами на двух, если что будет. Ну, частично. А мы сюда приехали, типа, что хиджал, возможно, будет, да? Нет, мы просто с тобой начали цепочку квеста просто. Потом бегать. Ой, пати уже дали, все. Отдал нам кто пати? Петарда, что ли? Якуб. Якуб, все, понятно. У вас там много народу еще хватает. Ну тут что-то двоих, два слота. Ну, да походу будет, но попытка. Вопрос уже только в том, какие люди в рейде, кто как одет. Я вот вообще бомж. Ну кольцо только охуенно из всего шмута, блядь. Ну погиньте, просто глянь, да и все. Это лень. Я 1000 лет людей не осматривал. Вот когда на X4 релил, чисто, не знаю, может, одного-двоих осмотрел, остальные, всех остальных осматривали, там, сами себя осматривали. Ну, то есть были люди, которые этим занимаются. Ну, или как-то у них в привычку это вошло осматривать. Вообще редко осматривал. Понятно. Да, такая вот ленивая игра у меня. Нихуя не осматриваю, блядь. Ну тебе-то да, сейчас в твоем положении, куда тебе залыбаться. Тебя кто из себя смотрит на двоих? Они скажут, нахуй, кикните этого дурака, нахуй. Сука. Да я говорю, может, когда-нибудь лет через 10 какой-нибудь фреш реалом если откроют. Без брюлей, нахуй. Если такое вообще будет. Возможно, блядь. Если здесь все затухнет. Вот, возможно, можно поиграть будет. Хотелось бы, конечно, компашку каких-то людей знакомых, блядь. А то начинать неизвестно с кем, блядь. Ну, поживем, увидим. Ну, в теории я тебе могу сейчас дать просто право, чтобы ты перепрыгнул в канал. Там потихонечку посидел, если хочешь послушать. То я? Просто. Да. Ну, да без проблем. Так. Да я... если, я не знаю, мне без разницы. Я просто так бы до кнопочки потыкал. Но на хиджал, чтобы не собрались люди, это, конечно, редкость, я так понимаю. Не, был у нас по-разному. Там же, видишь, все равно есть, кто мало дает, и кто не лутанет ничего по приору, все равно. Ну, видишь, брать какого-то типа чисто ради урона или жадить своего человека с гильдии. Ну, опять же, тоже там. Ну, там есть... Почти ГМа зависит, может, да? Там тип какой-нибудь он. Претендент на кик. Хотя, я думаю, сейчас в вашем положении вы особо не выбираете. У нас просто так же было, всех подряд брали. В белую ставим. Это проблема такая, да, наверное, поздно много кого настигает, уж люди просто не заходят в игру. Бывает такое. Ну, будем верить лучше. Да ладно, я, наверное, РБК побегу просто, если что, а там напишешь, если я вдруг нужен будет. Я сейчас вас бис позову. В принципе, не критично. Ну а так бы мог за компанию посидеть, это не сложно.
Пока время еще рано. Относительно. Стрим позыришь. А если я тебе стрим включу, ты мне сможешь подсказывать, блядь, что делать, нахуй. А то как вдруг я тебе именно смогу подсказывать? А почему? Что, у тебя ренегат, типа? А, ты имеешь в виду писать? Ну да. Напишешь мне налево, направо, нахуй, вдруг это хуйню какую буду делать. Через 200 метров, да. Можно и так еще прикольно. Юза Инер, нахуй, БР там, блядь. Сначала все-таки, слушай, РЛ в письменном виде, блядь. Такой РЛ, навигатор. Сейчас нажимаю дубовую кожу, блядь. 3, 2, 1. А можно же 2, ты знаешь как, короче, в браузере Discord открываешь, и ты можешь в другой канал заходить. Параллельно. Блядь, что я такого не пробовал никогда. А что это даст? Можно. Чтобы я был в двух каналах, что ли? Потому что мы делали, знаешь, как с Ксюхой там, с Лето Пил. Uh-huh. Типа на одном мы замученные сидим, чтобы слышать войс гильдейский, а в другом мы сами разговариваем. А, нихуя. Ну мы там же типа в обоих сидим, то есть на компе замучено, ну, приложение, а в браузере, допустим, слышишь, но не можешь говорить в браузере, а ну, в приложении можешь говорить. Это вообще какой-то ход конем прям. Ну. Чё ты говоришь, Денис сейчас хиджал, что ли? Да, он написал, Якуб. Чё нам поди надо в этот? Этот, как он называется? Могу, пока ты не там. Я уже прочитал. А мне с ней обсудить вот этот про стрим? Но я же не стримлю, получается, я же записываю. Ну да, ты вот это все моменты с ней обсуди, чтобы договорились на берегу. Она так еще... что, я думаю, в принципе, проблемы-то нет. У тебя вообще канал пустой, да, там просмотров мало, кому это будет интересно. Вот это вот все моменты обсуди. Я думаю, нормально все будет. А она еще не в этом. Не, ну мне он YouTube рандомно сам выдает некоторые вот гильдейские записи. Те же самых он Dark Fantasy мне YouTube начал выдавать. А вон она в 10. Под два просмотра. Так, ну давайте провода небольшие. Ну там видишь, зависит от названия еще, как ты будешь называть видос. Вот, если вот ты так, прям будешь таким писать. Названием ты видишь канал? Сейчас подожди, я AFPM пишу. Прости. Mm. Видишь вот так вот канал? Да, да. Ри. Да, да. Вот так. Ну, пойдем туда. Ну пойдем. Так, чё, где тут? Здрасте. Здрасте. Это Копытка, да? Мать? Да, да. Я, короче, новенький, получается, в гильдии у вас. А, мы вот мы тут одни. Денис позвал играть, мы с ним играли в 19-20-х годах. Короче, вопрос какой... Я, короче, не стример, но у меня есть канал на Ютубе. Ну, его там никто не смотрит. Там как бы не стрим, а просто видео выкладывается. То есть оно может там сегодня, допустим, я записываю, а ну, появится там через день, там через два может появиться. Ну, когда загрузится. То есть у меня это долго происходит. Вот. Можно ли... Вот, ну, сейчас я играю и позаписывать там для себя. То есть... Там какие-то правила, что Discord, что ли, выключать надо или что там, я не помню уже. У нас есть люди, которые, в принципе, против, знаешь, того, чтобы снимали видосик с нашим вагонизмом. Я вот просто... А, что не позорится, типа... И... Да его, да, видишь... Да, да, да. Его, видишь, никто и не смотрит так, по большому счету. А вообще, за всю свою практику, вот сколько я играю на Сирусе, на Циркуле до этого играл, единственные моменты, когда видосы пригождались мои, это бывало, когда дисконнект какой-то, и вот какая-то шмотка на разроле там очень пригождалась это, ну, не знаю, ну, десяток, наверное, раз. Вот здесь на Сирусе особенно. То есть сразу админы возвращают, потому что со скринами... У нас такое было уже.
Вот, ну я в том плане не знаю, как-то людей, ну, успокоить, что как бы нет такого, что кто-то зайдет там и начнет смеяться над нами. То есть, ну, смотрит буквально, не знаю, ну, Денис смотрит, я смотрю, и какие-то подписчики-то у меня есть, но они, не знаю, там старые из какие-то циркули, которые здесь вообще не играют. То есть. А ты можешь, ну, даже видосики с музыкой или с трепом, который вот этот вот дебильный треп в Дискорде стоит? Нет, я музыку иногда слушаю, но редко слушаю. Ну, вот так вот, допустим, прикинуть, если я сегодня иду в рейд, я же не знаю, что тут делать. Мне нужно слушать РЛ. То есть, поэтому я. Нет, меня больше волнует в самом видео, которое ты выкладываешь. Не будет слышно трепа, который в Дискорде у нас? Ну, наверное, будет. И Ну, не если. будет, Ну а как, РЛ будет слышно, то есть РЛ я же не могу ну, замутить. Я могу просто всех. я знаю, что люди ставят музычку на задний фон, знаешь, когда уже видосик сам выкладывал, я вот. Ага. Не, я видишь, я вообще, то есть, монтажом не занимаюсь Я минимально, поняла. очень редко. То есть, если какое-то ФК там бывает, или мне понравилось убийство, я бывает вставляю музыку. А так, что если я иду в рейд, ну я, то есть, ну, допустим, ТРЛ, я вот тебя слушаю, что ты говоришь там, куда, что. А то, что люди, ну, если кто-то что-то там, ну, не говорят же, что попало, то есть политики нет никакой, то есть ничего такого Не, у нас страшного. бывает просто очень много. Ой, Флуда короче, под какого-то. настроение людей такого дебильного трёпа, какие-то пошлости, какие-то шуточки. Я про то, что чтобы тебе потом не было за нас стыдно Да там. не, мне-то вообще не будет. У меня, знаешь, у меня целая история. То есть я из 17-го года на циркуле, там прям история. Ты вот открывай и смотри, там такие люди, с которыми, блин, с 15-го года играли. Тут вот с паном открыть видео, ездим мы с ним еще качались, там, не знаю. Ну, то есть, как знаешь, как летопись такая. То есть. Ну, да, понимаю. А это. Слушай, ну, пока, если кто-то когда-то поймет, что он против, тебе об этом скажут. Ну а так, в принципе, никто и знать не будет. Я видишь, я пока не тактик, не знаю ничего. Ну, вот Ульду, CLK, RS я знаю, как бы понимаю тактики. Персонаж у меня слабо подходит. Тут в Хиджале, я не знаю. Ну, у меня сейчас что? Спек Мишки. Мне Денис кольцо сделал, 297-е. Ну и 4 Т5 есть. Вот. Копытка. В какой я группе? Я вот во второй группе, можешь посмотреть мишку моего. Вижу. Ну, в любом случае, Пожалуйста, смотри, в Хиджале всегда один-два вагона можно взять. Там самый сложный это четвертый босс. я просто Вот. боюсь, не сбреет меня нигде. Ты будешь как офф-танк. Ну, то есть иногда ты можешь быть просто на подстрахуй и стоять там и хер не стрелять. Ну, то есть мы запросто можем убить босса без тебя. Ты можешь просто лутать шмот. Здесь большинство шмота людям уже нахрен осталось. Уже все полутали. У нас уже Т6 идет на третий, четвертый, пятый, десятый спек. По большей части. Ну и сразу, такая, как бы сейчас понятно, и ПГП мне не надо. Ничего, что я тебя отвлекаю тут это. Не, Если не надо, ты его ставь, ты без него не сможешь ролик ни не, выпускать. это я все понял. Ты про ИПГ Плотмастер имеешь в виду? Да. Сам лутмастер у меня стоит. Фишка в том, что Вот, в ЕПГП окошки, когда открывают, у меня по нулям все из-за того, что права смотреть офицерские потому что заметки початок нету. еще, Да, да, початок. оно потом появится попозже. Ну ладно, это понятно. Там А пока у тебя по нулям, поэтому загоняйся. не париться, короче, на этот счет. Но шмот всегда роль. Если тебе что-то надо, всегда жми main spec, потому что у нас только какие-то, например, Т6 идут там для рейдеров, да, там три не идут в приоритете. Но в любом случае, если надо кому-то по мейну, то ты не заберешь, потому что у людей приоритет Ну, выше. я вообще как А все бы. остальное Пускай люди нужно лутают. сделать. Кто долго играл, это понятно. Они там накопили. Это мне как бы не надо шмот. Я просто про свои спеки сказать, что вот, ну, я такой человек, что я и персонажей много делал здесь на Сирусе. У меня получается, что, вар ДКшник, на варе танк ДД, и на ДКшнике только танк. То есть там ДД нету. Там потом, что, вот этот друид. Ну, на друиде я играл, значит, мишкой, совой и деревом. Ну, дерево я удалил шмот, потому что там вообще какой-то Т4, там 240-й какой-то шмот. Сова там позорная вообще, там даже камни ЛКшные. Вот, но я что-то там что под 19 давал на этом, на манекене сегодня с Денисом стояли. А, ну, мишка так более-менее, как бы,
с него надо начинать. И я так думаю, что, ну, танк, как бы, он и конкуренция у него поменьше на танкошмот, и через него как-то играть, что он как бы и в рейде может пригодиться. Но тяжелее быть в рейде, потому что в таком рейде неодетый танк не может играть. Ну да. Вот, ну, мне кажется... Если бы, например, был какой-нибудь говно ДД, то без проблем. Там, ну, говно ДД, вот чисто сова. Но это надо, видишь, посмотреть на Ульдуаре, как со стороны это будет выглядеть. Я примерно помню, я про товаром был там, ну, тоже там на йоге те же страши, там, я не знаю, 2-3 накапливаются, по-моему, меня складывали. Где-то я видео записывал. Не знаю, как Мишка будет. Ну да, надо поглядеть. Вот, ну, сова позорный ДПС, конечно, по сравнению с теми одетыми ребятами. Вот, ну а так Иннер БР. Слушай, тактики я так плюс-минус расскажу. Пока что ты как танк будешь просто запасным. Угу. А там будешь одеваться уже, будешь тактики все равно сам же для танка. Ну и вот, и как бы я через танка буду как мейн одеваться, но в целом у меня, я хочу такую фишку сказать, что у меня со времен еще когда с Джайны лутался... Кристалл вот этот, который на палку, он лутался без квеста еще. И он у меня в банке, получается, есть на сове. И у меня вот этот квест финишная прямая есть. То есть 50 осколков, если мне собрать, то будет палка. Ну, я как бы не говорю, что вы мне собираете там, а к тому, что как бы... Сейчас есть лучшие вещи. Я запускаю тебя, да? Сейчас есть лучшие вещи, тебе не обязательно собирать эту квест. Угу. Ну, ну, я для себя так хочу, я, может, там вот, с Денисом. Вот, потому что хотят фиолетовую штучку, да. Да. Если кто-то хотят, я тебе скажу, как это у нас бывает. Вне РТ-шные дни uh-huh. люди, которые собирают осколки, просто ставят ЦЛК. И... Вот кто приходит из гильдии, кому, знаешь, кому-то нечего делать, тебе помогают. Uh-huh. Это не обязательно РТ, потом все равно добирают пауков, но иногда приходят свои, это бывает, мы называем это всегда алка-ЦЛК. Угу. А мне вот сейчас еще вопрос, Мишка, идти вот в этот хиджал. Мне что выпить? Саппорт можно выпить, да? На танка. Вот, ну, саппорт есть у меня. Ну, я могу тебе дать, если можешь кинуть трейд, я тебе дам саппорт. Еду всегда ставлю. Ага. Так, ну, еду я поел, ну, саппорт выпью. У меня алхимия там на 2 часа еще нормально. Ну, а что? В будущем я тебе советую прокачать, в всяком случае, прокачать репу. На фласке, да, вот это? Да, за баджетом. Получается в 1000 раз дешевле. Потому что фласки стоят сейчас просто охрелён. Угу. Они в ГБ для рейдеров есть, лежат, мы их покупаем, делаем, но в ГБ также лежат вот эти вот баджики, знаки Эльдари, которые только что выпадут. За них фласки получаются, ну, раз в 10 дешевле. Ну, в будущем там куплю. Чё, нам идти в этот, в рейд-канал надо, да? Да. Я там буду лейбить. И мне пока я как бы офф-танк там, не знаю, мне активацию оставить голосом или поставить, вдруг какие шумы будут, на кнопку поставить? Мне в принципе... Лучше. Если да. У тебя микрофон нечувствительный, ты не будем мы слышать твою клаву, то можешь на голос ставить. Ну я боюсь, я вроде подавление ставил, но не знаю, как в DC оно работает. Наверное, лучше отключу. А как у меня уже позначительнее роль в рейде будет, когда уже там могу там что-то просить, там, mm-hmm. не знаю, то тогда уже буду. Ну, пока буду слушать больше. Да. Ладно, все, тогда ставлю на кнопку. Окей, все, давай, тогда идем в рейд и пойдем дальше. Ага. Прошедшим тебя. Спасибо. Прошедшим. Thank you very much еще раз, ребята, всем. Я заколебалась в Дискорде всем по отдельности писать спасибо. Дайте ее залучу. У меня было желание дождаться вечера, чтобы все написали там что-нибудь в конце сказать. Сейчас заспел. Диспел. Сейчас там. Беги, малышка, беги! Подожди, Расим, где? За дверь. Расим решил перезагрузиться. Ну, примерно, ясно. Интересно, людей? Бой. Даю, пошел бы. Шарпел, да. Это Агапа, твой друг? Нет. Нет, подожди, Агапа в дети кукурузы? Да. Все, ладно, твоего друга нет, я поняла. Его друг вот этот... Нет, твой друг. Лист, это я знаю, что это его друг. Я вам еще понадобилась. А Агапа чья друг? Чей друг? Чья друг? Рассказывали, что... Бурдалак вроде. Битрейт, можешь мелькнуться, пожалуйста? Меня сказали. Ну, хорошо.
У вас 4 танка. Ну, вы охренели? Может, дайте вас замучу, жесть какая. И что, Марго, сколько тебе стукнуло? Больше, чем тебе. С твоими 52, мне всего лишь там 18. Да. Я пастор могу сфоткать. Мы решили, что мне... Елка хиль. 20. Ну, правильно же говорят, ведьма не стареет. Ах, я ведьма, а то где я беру метлу или чудо-ман? Блин, вот на самом деле в школу я в жизни я не ненавижу учиться. Обожаю школу. У меня вообще было кайф. Я не знаю, школу. Вот, еще и универ нет нахрен. Вот после универа, вот где-нибудь 23-24, короче. Когда в школе учился, дошел домой, говорил, блядь, сейчас уроки делают. Сейчас еще с работы идешь. Блин, сейчас уроки делают. Вот сейчас уроки, да. Короче, завтра линейка у старшей 11 класс, а у младшей 1. Вроде как старшая заканчивает школу, заново начинается вот опять вот рукада в 11. А дайте кто-нибудь ссылку на дисфорит чат. У нас до новеньких они не могут зайти. А у нас 3 класс. Все, Юля, ты наотдыхалась? Ты довольно счастливая, надеюсь? Да ни хрена, я такая же злая, как была. Ну нахера ты ездила месяц без нас, зачем мы без тебя? Без вас почилила, хорошо было. Еще и спать небудь хочешь, да? Так, Расим, Тёма, заходите. Рия, заходим. Сатурон, дай, пожалуйста, штруделей. Пожалуйста. Че, вайп на листе? Я прибегу, поставлю, Марго не перешла. Рия у меня стоит, стоит. Вон, вижу, бегу. Я навіть майже не засмагла. Раньше добили, да? Что, например, да. Заходите, кто там вылетел, кто... А можно еще цыков посмотреть, да? Чуть-чуть. Сейчас медленно поставлю. О, а на кого кидать волонер теперь? У меня макрош на корму был прокинуть. Меня в рейд не взяли, включите шульстрим, я хоть посмотрю там, как вы боссу ковыряете. На Тималай накидать. Сейчас, причем. Или на Солула. Соло Рипер, скорее всего. Что Соло Рипер? Ты у нас больнее всех дамажишь, тебе волонир, скорее всего. А сейчас же он, по-моему, уже дамаг не поднимает. Кстати, да, что-то вы меняли. Вроде еще пока нет. Они хотели переписать. А дерево. Так. Это наносимый урон на 5% увеличивает еще пока. Все, CSD. Значит, нет. Нет, его говорили, что переписали, но пока еще не говорили, что переписали. А потом мы все такие хлопы выкидаем и волонеры. Нет, вы их кидаете только сам. Так, все, фул гриба, фласочки выпили, рыбку поели, рыбка стоит. Потом ты назначил. Ну, как обычно, ты первая, я вторая. Ну, у нас еще один в рейде. Может, пока в совую? Да, он, кстати, вроде как. Сова там такая, что там камни алкашные. Алкашные? Ну, могу показать, сейчас я шмот переодену, покажу. Ну, ты пятый. Будешь пока как мили. Учиться. Главное, не переагри. Угу. Ну, хрен ты переагришь, наверное, но... Постарался. Можно я. Агей пишет, что его выкидывают из нашего диска никуда не присоединяет. Кого? Какой гей? Что? Ну, этот Агей, этот новый, этот шаман. Агапи. Агап? А, вот он. Он не может быть забанен. Он же присоединился, я ему дала роль даже. Фигасе шаман. Ирсея. Да нет, он не забанен. Все нормально. И алкаш еще какой-то присоединился. Я хз, что за алкаш, ну давайте так уже. У нас был один алкаш. Алкаш не пошла, алкаша я люблю. У нас и алкашка в основном. Ольга, Медейна и Простя. Это тоже гильдейские какие-то новые люди, да? Это мои. Это которые Ольга и Простя, да. А Медейна не знаю, кто такой.
Так, тогда давай, Простя Кукурузка, Ольга Кукурузка, окей. А, Ольга Ленова здесь, ладно, тогда не Кукурузка. А, Медейна тоже не здесь, он, ладно. Простя Долорот. Окей, пойдем. Так, все, давайте, там в квадрате остальные РДД рассосались, пожалуйста, полукругом. Кто у меня... А, смотри, Бист, ты сейчас не стой во мне, чтобы не лутать лишние стаки. Просто смотри, как это происходит. Нет, ты будешь с миликами стоять. Далеко нельзя. Ты либо стоишь под правой ногой, либо под левой ногой. Подожди, а кто у меня? Рипер, ты ж ловил у меня... Сквернение. Так у тебя ж Якуб тут есть. Сургут есть. Сургут, ты ж ловил сквернение? Сургут? Ловил. Хорошо, значит, Сургут будет на осквернении. Агапа не готов, он, видимо, она... Шаманка. Блин, ребята. Я на другого босса встал. Ирсея Агапа. И для меня эта девочка, короче, будет. Я не знаю. Агапа, ты какого пола? Пожалуйста, объясни. Он, наверное, еще не в Диссе. Или в Диссе, я так и не понял. Полукругом вокруг, пожалуйста, квадрата. Это же ужас. Этот хруст тут лог. Не вижу. 15 стаков максимум, пожалуйста. Это Агапа сказала, да? Да, это сказала она. Видите, я же сказала, что ты девушка. А чё это? Я так решила, и вот, видишь, правильно всё. Я спрашивала, какого пола, чтобы знать, как обращаться хотя бы. А, я как-то свалил телек, сумон есть? Уже 20 секунд. По два тела, пожалуйста, встали. Либо я запускаю, нет, либо я тебе дала еще раз. Спасибо. Ник, так, не тикайте. Агапа, иди сюда. Спасибо. Подождите, мне нужно Васю тоже позвать, правда? А, ну давай. Одну секунду масла. Дождем еще, хруст будет заходить. Они вместе? А да, это два. Просто... Да. Два подруга, я пойду. Жень, у нас лавкаски все выпили. Женя, есть телек? Есть, конечно. Дай, пожалуйста, еще раз, Якуб просрал. Все-таки не пьет масло, не мажется маслом. Якуб масло, не пьет. Пожалуйста. Якуб не далеко, поедет. Ты не увидишь на него, поэтому все выпили фласки и масло. Якуб бы увидел масло. Готов. Алкаш это хруст? Мне кажется. Да, это снова я. Алкаш это хруст? Да. Да, у него роль есть, хорошо. Он может сам зайти, в принципе, я же ему дала роль. Куда идти-то? Куда вечь-то? Марго, кинь, пожалуйста, на меня трусы. Я тогда буду этих малых водить. Маленьких. Okay. Видишь, зеленый треугольник. Вот в нем стой и за мной бегай. На этом больше. За какой хруст, а вы не знаете хиджала? Они знаете ли пешмот. Не-не-не, не туда побежала. Иди сюда. Зеленый треугольник. Вот видишь, вот я, вот маг бегает. Нет, вот. На людей, на человеке треугольник. Все, я поняла, короче. Да-да, все совсем плохо на самом деле. Все, тогда будем, окей, объяснять. Все, вот вы двое стоите в треугольнике. Блин, да его же не видно за твоими огнями. Это пока что. Такая просто так. Якуб, давай, сумон есть? Есть. Ребят, смотрите, кто не знает. Появится босс, и босса поставят в квадратик. Вы должны стоять сперва чуть ближе к боссу подойти, потом, когда возле вашего випки, о, не випки, возле категории появится цепи, дебаф, вы должны отойти на 15 стаков. Максимум 15. Отойдете 20, это ваншот. Поэтому вы стоите только на 15. Ни ближе, ни дальше. Ровно 15 стаков. Между людьми рейндж 6 метров. Можно стоять по 2 человека с рейнджой в 6 метров между соседними ручками. Под морду не лезть. Босс в квадрате, вы стоите вот так вот. Сейчас поставлю на себя череп. Полукругом стоите вокруг босса. Полукругом. По 2 тела в кучке. Под морду не лезет. Так, хилы все свои. Хорошо. Тогда, говорю, все под босса, все под босса. Вот сюда сбежались. Когда, говорю, побежали чуть вперед, босс начинает кастовать. Вы бежите где-то в луну.
не под морду, но чуть-чуть в сторону. Встали в луну, когда босс пойдет, он перейдет в крест, вы опять рассосетесь вокруг босса таким же полукругом, как сейчас стоите. Когда будет вторая фаза, вы выбегаете вперед. Если босс, например, в квадратике, вы бежите вперед. Туда далеко-далеко за босса, максимально далеко от босса и рейндж между друг другом. Там уже нету цепей, там можно стоять как хотите. Там дают бой, попробуем забить босса. Все, Дим есть. Сумон. Агапа еда стояла, просрала еду. Даю сумон по Якову. Все равно все подумал. Так еще раз. Кто первый танчит на клона плевать? Электробус. Электробус. Не надо, пожалуйста, или ты не наберешь. Пусть один на пол будет от Сургута, чтобы на хила не сорвался. Шелби, давай ты лучше, может быть, потом на меня. Да-да-да-да, а потом все в Марго. Все, последнее в чем-нибудь. Ну погнали, на Сарче больше, чем драйв. То есть новые люди приедет, у тебя всегда щитки. Все, все готовы, Дим, запускай. Никто не трогает босса, пока он не встанет к танку. Миленький, кусочек с правой ноги, кусочек с левой ноги. По центру не просто. Тималейн, дай БРП Субуту, пожалуйста, быстрее. Субут далеко отошел. Повесил стартовый босс. Субут на 18 закрыт. 20. Три. Магу сейчас буду стопать потихонечку. Догоняй. У нас с тобой не такая разница большая, поэтому... Четыре. Сейчас заберешь. Еще чуть-чуть. Ты главное не бей. Все, забрала. Все, не бей. Иди за жопу. Все, все под босса сбежались. Все под жопу, не под морду. Пошли в луну. Все в луну. Далеко не отходим, следите за стаками. 15 стаков должно быть максимум. Сейчас босс побежит, и вы сможете подойти. Чуть под мордой не стоим, а петардой отгребешь. Фиолетовый лужи, все за боссом идем. Стаки, смотрите за цепями. Рассосались вокруг босса. Лужи местами не видно, пожалуйста, смотрите за ней. Если вы не можете кастовать, значит, вы стоите в фиолетовой луже. Все на пулы в копыта. До конца тащит копыта. Пост, встань, подойди ко мне, стой ко мне, вон мне. Пост хилится, трындец, как бы, вы, ясно, короче. Было 40%, стало 50, зашибись. Лип, лезь. Якуб, мы втроем стоим, отойди немножко. По два же стоять. Хомяки, Тималейны, слиплись. 5 стаков, Марго, 5 стаков. Я готов. Хера. 6-6-6. Все, вперед пробежали, вторая фаза. Стоим, БЛ дали, все вперед. Максимальный ДПС босса. Отхилить на охриллион просто. Никто не стоит кучами. Да, там осложнение, сейчас. Я еще разочек. Вперед, вперед. Блядь, Терри, почему ты тут стоите? Из лужи вышли все, пожалуйста, из лужи все. Дим, лут ставь. Я сейчас схвачу. Пожалуйста, Все. Дед захилил. Просто нереально. Зато ДПС осмотрит как-то. Отойдите, пожалуйста, от тазика, не могу полутать его. Не трогайте его. Отойдите. Челли. Где его потерял? О, вот это хрень человская, да? Запа? Да. Ну, как бы Т6. Ну, блин, Т6 еще когда звезд. Не, ну можешь забрать. Ребята, рецепты ролим. Просто если вам он нужен, вы нажимаете main.
Он отдается не по не за ГП, просто по роллу. Просто в Адоне мы видим роллы. 78. Кожаный зап на СВО есть смысл ролить? На первое время, да. Запу у тебя до шестой. Ну, можешь ролить как в спек. А, ну да. Хотя, давай, может, посчитать. 40. А, это круто. У меня такие включи, сейчас. Тим, включи свой свет. Здесь выключу. Я пока... Включи свой светильник. Че, оф нажимать или как? Ну да? Ты у нас кто по мейну? По мейну Мишка пока. Ну, значит, оф. Любопытное стекло. А там электробус. Дима, дай лидера. Дима. Сейчас. Масечка, пожалуйста, не пугайся. Все хорошо. Он хороший мальчик. Дима, а промолка? Да. Бетон. Агапа, ты поняла, почему умерла сейчас? Нет. Тебе нужно было все время бегать за мной. Вот, и там есть стаки цепей. То есть, в зависимости от расстояния от босса, какой-то там урон тебе может прилететь. Перекиньте в первую. Если там ты очень, ну, очень далеко от босса, ты умираешь. Вот, просто бегал за мной, он выжил. Тебе тоже нужно было бегать за мной. Там 20 стаков цепей, это ваншот. Есть. Все заливаем тут. Ну, смотри, да, у человека нет опыта. Она не понимает пока что вообще, что происходит. Подождите. 25 тел бегает, непонятно, чем занимается. Вот. Ну, так... Я до сих пор не понимаю. Шелби, да, без проблем. Сразу завали, будет непонятно. Все будут бегать и умирать. Ребята, смотрите, я... так как... Главное... Опять начал там, виспел. Тихо. Дай мне сказать, пожалуйста. Так как главное только твин крестилички ледули по поводу свинков, у нас будет очень другая система. Можете ходить на твинов, только сделайте, пожалуйста, так, чтобы мы не сумонили их по полчаса. Если не хватает ДПС, и мы видим, что мы не проходим, хер пойми почему, мы идем на мейн. Но без проблем, одевайте твинов, играйте кем хотите, но без получасовых сумонов и без вайпов, потому что не хватает ДПС, ХПС и тому подобное. Понятно. Кто не убрал тотемы? Я в опасности. Помогите. В идеале, если вы хотите в какой-то инст идти каким-то там другим персонажем, чтобы он был уже хотя бы там где-нибудь в районе, либо заранее просите ставить телевизор, чтобы вас сумонули. Масечка, пожалуйста, дай ему шанс. Очень хороший мальчик, честное слово. Не агрессивно. Ангелу снимите, жрецы. Откиньтесь. Сейчас он добьет Джайну. Нет, он ждет. Он не добьет Ангелу. Все, заявилось. Можете заходить. Я не знаю, от чего зависит этот пул босса, пул трэша, но... Могу. Они опять начали кастить за горой. Тотемы оставили там. Тотемы оставили. І давайте тотеми на яди всі тикать шамани, будь ласочка, не тільки ми двоє. Уходите з території, забираєте. Ні, я всіх до нас яди. Просили тільки у мене врага плетем. Як насчет Приора? При чого? При кого? Приора. Ну, к примеру, вот есть штурман на твине и есть новый Мишка. Ну, Мишка на мейн, а штурма на офф ролит. Но у Мишки нового приора нет. Смотря что ролит. Мы же говорим, не важно. Ну, Т6 не отдаем, например, да, новичкам, там пухи какие-то.
Ну тихо, он не хочет тебе... Кушайте рыбку. Ага, поспускайся, ешь рыбу. Якоб, вставай. Да, что за грабли, хорошо. Кушайте рыбу все. Марго, слышишь? Да. Смотри на гору. Я вчера страдал 2 часа, и я его зарулил. Кого зарулил? Ага, это топовый маунт. Да, это лучший маунт. Сия всего. Я тут бежу. Я прям тебе представляю. Так, надеюсь, что сейчас будет все хорошо. Давай, Серчин. Тотемы сбросили, нормально. Якуб укладывает ребенка, сейчас придет. Все, все пошли. Так, агапа, хруст, изрыгатели слизи, когда они умирают, они взрываются. То есть желательно прятаться за стеночку. Вот смотрите, за треугольничком. Вот сюда вы прячетесь, куда ну, там их мало хп, чтобы вы не умерли. За этим отслеживается обязательно. Локи могут поставить портал. Да, Локи может им поставить порт. Чтобы пошло помыться. На пулю. Все в танк. Отвернули. Диспел. Пожалуйста. Диспел. Еще три. Сейчас скоро будет идти. Вот опять, если есть купол, ставь в НДВшников. Я попаду. Откинули сейчас. Бах, раз. Дайте масреса быстро. Аж меня слышит. Видишь, он пошел спать. Он хороший. Он тебе не сделает ничего плохого. Не агрессивный, пожалуйста. Совсем маленький котенок еще. Ты видишь, что как тварь какая-то. Лысая. Господи, это все слышно. Иди отсюда. Так, сочетая ты. Простите, пожалуйста, я пытаюсь. Это так с Яковом разговариваем. Я скажу. Девайся, голый звонит, мама идет. В деревне прибился котенок. Естественно, мы его забрали. Мы привезли его в Минск. Два моих кота не особо рады его видеть. Я помню, как ты угрожала шерстяным ублюдком. Ну вот он приехал, короче, и сейчас у нас такая, знаешь, небольшая война. Причем я даже не знаю, там хуже, потому что все резко научились шипеть, рычать, короче, хотя до этого вроде как о тебе было хорошего мнения, Кося. Ты как говно ведёшься. У него чарки все? Кого? Кота. Да, не одетый, наверное. Полностью одетый. Потому что они не просто так шипят, потому что он этот болеющий. Нет, вчера вытерла. Вы знаете, какой шпина. Ну все, видишь, сразу экспертов по котам нашла. Если шипят, значит болеет. Короче, ну, это тяжело. Я не знаю, сколько тяжело будет пару. Может, день будет тяжело. Короче, извините, если вы слышите, что я общаюсь... Некромант, вроде, некромант. Нормальный чувак. Ну, давайте. Ну, подойдите. Ой, не хочу. Танком подведите, вурдалаков, ребят. Взрывается. Бах. Да, господи. Взорвал. Вы вообще не видите, что он взрывается. Ну, у нас... Рипер, Сатурон, добейте бурдалаков, потом убьете монструозно. Фиксим с монструозно. Спел хочу. Хочу диспел, не хочу, нравится. Дорожечки раньше. У тебя, типа, защитник сработал или что, я не поняла? Чё ты меня пугаешь? Поднимите какого-нибудь хила. Мы без единого хила. Вот бис, дай БР по петарде. Да чё по мне сразу? Давай. И опять работал. Дай по мне там возложение. Да, ни совы, ни шипы, у меня ни сы. Здравствуйте. Тебя хильни. Во. Ни совы, ни шипы. Ну, я... Да. Ребята, ресы, мазулисы, а нет, не ресы, я... А, потому что кольцо купил. Даю посоединение. Блин, мне надо сделать... Можете смотреть, дать. Мне надо сделать набор одежды без кольца для всяких хиджан. Да, давайте масрез у кого-то, может быть, кому-то нужно. Кольцо никого не бесит?
Эй, бой. Некромантов быстро убили. И из трупов выйдите сейчас за леса эти 100-500. Еще два, выйдите еще из два. Трупов, пожалуйста. Идите всех к танкам. А, некромантов убили, все. Пейте. Монструозный ветрей, а можешь еще одного вы за Таус к себе? Печеньку на него поставила. Нет, ладно, смотри. Добейте вот вам. Без запятой читать? Ой. Ну, это я себе заберу, это не вам. На транс. Помнянс. На транс. Бежим дальше. Сколько осталось? Последняя волна. Из трупа выйдите, пожалуйста, ребята. Все ближе сюда подойдите. Нарезайте опять. Хера всего. Некромантов убили? Не, Марго, вам только протиславия, на которых они приходят. А, там как-то давно я пришла. Пришла как-то гильдия. Их тоже стало очень мало, они такие, мы хотим к вам присоединиться. Ну окей, без проблем, да. Они к нам присоединились, тоже человек, наверное, 10, может, 15. А, в итоге... Там началось такое, что, видимо, ребята захотели, может, сейчас прозвучит безумно пафосно, я не знаю, как по-другому сказать, захватить власть в моей гильдии, я вот не знаю. Но представьте, мамонта. Было довольно-таки агрессивное поведение, и, ну, короче, мы разошлись, очень, не очень. Спасибо. Так, череп есть. Хорошо, череп. Штурман, ты тогда на бой... Ты же в прошлый раз на боссе стоял, нет? Да, спокойно. Все, хорошо. Квадрат РДД. Шап в танка. А хотя, ладно, еще. Холод куда ушел? Рипер, я только за. Битрейт, да, без проблем. Если адекватно, будет... Далеко квадрат? Далеко не достанешь до... Не знаю. До куда не достанешь? Нет, просто обычно вроде как-то здесь стоим. Нет, у меня такие для танка, да. А, это я убрала. Нет, для тебя... Сейчас к выводу. Ну, достану. Да, да, достаю до тебя. Возьмите тогда вот голову. А Асуми, ты здесь? Асуми, ты ж был тут. Асуми? Холодно, это больше 100%. Голову холодно, вместе, Асуми на месте. Все, заходи. Дайте телевизор, суманите Асуми, пожалуйста. Все РДД стоят в квадрате. Ребята, смотрите, вон там квадрат. На боссе не надо никуда бегать. Для РДДшников босс будет в печеньке. Мы бьем боссов. Тогда из босса вылезет ад. Ада грипнут и потащит в череп. Череп находится за вами там. Вы разворачиваетесь, абсолютно все РДДшники, ну, маги там знают, что делать. И бьете ада. Максимальный ДПС в ада. Это весь бой. Босс-ад, босс-ад. Милики вы всегда бьете. Босс и миликов у нас новеньких нет, только два РДД. Да, все, значит, будет. И весь бой я буду озвучивать, вы должны отворачиваться от босса.
он кидает фир. Не отвернулись, бегаете как дурачки по всей площадке. Поэтому отворачиваемся от босс в печеньке. От печеньки. Когда вы бьете ада, в принципе, вы можете изначально стоять так, чтобы не ворочаться. Вы стоите в квадрате спиной к боссу, встали, бьете череп. Все гуд. Влад, еда, Суми, еда. Ребят, вот еда стоит возле телевизора, покушайте. А Суми даже не суманули еще. Дайте ему по нему суманули. Суманили уже, он в подгороде. Влад, не друг. А тут немного Сум не принимается. Вот сейчас принялся. Там, видимо, человек вышел тогда. А есть рыба? Вот стоит после телевизора, кушай. Я рыба, я рыба. Слушай, Woodbeast, пока... Да без вариантов. Ты пока можешь, знаешь, стоять, Woodbeast, вот тут в черепе стоять, будешь на подстраху и танков. Вот тут вот можешь стоять, всегда стоишь спиной к боссу, чтобы просто не ворочаться туда-сюда. Угу. Если вдруг на двух танках будет, как его там, перст, заберешь ада и будешь его танчить вот тут вот в черепе. Дайте инту, пожалуйста. Просто заталантил, стоишь спиной к боссу, держишь его на себе. Угу. Можешь прошаться. Посмотрим, как быстро ты его снял. Сатурон, без проблем. Олейн, мана. Чего ж, Влад? Да ладно. Грабли, после этого босса можешь... Это самый человек уходит, зайдешь в рейд. Темный владыка, Азулис, что там у вас? Альта. Ой, что за грабли? Только на русском, пожалуйста, я вас не понимаю. Какие масла? Ребята, СС мне надо на шарпе кинуть один какой-нибудь. Жасторанта висит. А, висит, ладно. Нету шарпи, мы все сдохли. Все на пулы. А у нас только Шелби. Шелби, короче, ну, все на пулы были к тропусу. Ну, был хант, но он пришел. Все, все готовы, Дим. Я Шелби под конец боя аккуратнее, у тебя там огромное много получается. Да. Медведь, отвернись. Ты всегда стоишь жопой. Я знаю. Я не тебе говорю это. Ты стоишь лицом как раз таки. Что ты знаешь, умник? Не исполнять команды Эрела. Отвернулись. Ты всегда стоишь жопой. Ясно. Милики отошли от босса. Милики убежали от босса в РДД. Не убежали. Вон и господи. Я забыл за это. Отвернулись, отвернулись. Песок, вставай сам. Ой, нет, нет, вставай. Дать? Дай попой. А, Песок, ты не можешь встать? Не могу. Ну ладно, не надо. Электробус, давай по Песову ПР. По Сафира. Спокой, карач, отвернулись. Милики, отошли, пожалуйста. Не вставай. Жди. Теперь можно. Отвернулись. Баф обновить. РДД, пожалуйста, бада все. Руиды, присты, не забываем бафать. Каска где-то... А, у меня нет уже выбора. Сейчас я подключу. Давай тогда барабан из каски. Отвернулись. Почему кто-то из РДД кидает босса на... Там только маги могут босса смотреть. Все РДДшники бьют ад, абсолютно все. Милики, это... Что вы бьёте? Отвернулись. У кого там было еще есть? У меня есть. А, Хомяк, давай по... Шелк.
отвернулись. Да хватит бегать от Фира. Милики отошли от босса там, наверное. Милики отошли. Неужели никто не отвернулись? Лапку ребаф. Магин туда идти. Блин, потом на трэш спекну, пожалуйста, танк, я пойду к ребенку. Вот, полежу. Обернулись. Вот, вот, пожалуйста. Милики там отошли? Милики, отошли, пожалуйста. Милики, милики. Бой, карач, ты можешь стараться убегать не от хилов, а к хилам? Отвернулись. РНД, пожалуйста, ладно. Алис, пожалуйста, давай ты сейчас. Я сейчас. На место поставь, подожди, на раз и уйди с колеса. Отвернулись. Милики отошли. Мана 27%. Футбист, залей, пожалуйста, по боевому хомяку имя. Уже. У тебя КД. У меня крит. Я поняла. Бывает тут. Крит пробус. Если есть возможность, следи, когда на тебе спадает частица, а то я не вижу. Я там тоже. Отвернулись. Ты по 4 стака. Аж защиту сработала. Почему? А, 4 стака. Это самое. Андрей, дай. Боевой. Держите шарты, пожалуйста. Я вообще не понимаю, блин. Вы не добили одного, появили второго. Добейте одного, пожалуйста. Первый его добьется. У него 99%. Милики, еще меньше квест, пожалуйста. РДД нихера не успевает. Добили. Добили. Рейтер добили. Все добили. Мабада не жду. Дай ему срез. Ресницы или вставать? Все РДД при появлении ада в ада появляются, переключаются все. Маргон. Она отошла.
Милики, пожалуйста, чуть меньше ДПС. Релогус. Ну, либо РПД больше ДПС, я хазы, короче, как-нибудь. Кстати, можешь снимать стаки с вопросом. Чем? Красивые. Какие красивые? Дисплей. Рипер, еда. Сейчас, 10 секунд буквально. Паладинов есть очищение с дружественной целью. Причем тут босс? А, дружественная только. Все, я ж не знаю. Уж паладин, тебе ж писали. Сатурон, ты можешь немножко больше ватов играй, а? Где-то 33 миллиона всего лишь. Мы диспелим. Если не будем диспелить, мы вообще босса не убьем. Почему-то я диспелил, Якуб, через фокус. Ну, в чем проблема-то? Идеально через фокус диспелить. Потому что не успеваете убивать ада. Надо больше. Я бью ада и через фокус диспелю. Это вообще легко делается. Да. Я точно так же делаю. Зло, Азулис. Секунду, какие-то громкие все. Зло, ты где? Айс, надо мышка на кате. У мене коти по 2 мішки на день ловить. Що він там, мишку не може зняти? Void Beast, можеш тусуватися рядом з Марго, якщо видиш на ній 2 стака, забирай. Угу. На 3 уже просто больно любому танку. Все, Влад тут, Дим, запускай. А, пики. А, это не пейте припоты. Вовремя. Побежал? Да. Все, запускай. Держитесь! Мы должны победить! Four. Отвернулись. Милики, отошли от босса. Меня критует, короче, я не знаю, что не так. Может, что-то с настройками, не знаю, там графики, а хотя. Привет, Дон, выключай. Отвернулись. По новой, по новой. Ну или папку, конечно, еще почистить. Приста спал. Милики, отвернулись, отошли. Инера раздайте. Отвернулись. Вода больше. Вернулись. Мири, ты стопните какой-то. Мири, ты отошли. Рибафы не забывайте. Лапки, кресты бафы. Масса не собрана. Отвернулись. Каску обновить. Милики, отошли. Отвернулись.
Вот сейчас отвернулись еще раз. О, брат. Ну, кто? Ой, Абраурус. Лапку бафните им, Том. Отвернулись. Инту баф. Маги, дайте инту, пожалуйста. Отвернулись. Отошли милики. Братья Мангольд. Отвернулись. Мана 30%. Малэй, дай по хомяку, Void Beast по... по петарде. Пинеры. Походу спам. Тропус, дай побес. Спину. Если в твен. Джоздор, гимноману дай. Тём. Уходи сразу. Он энф. Да, да, да. Вернулись. Упс. Блин. А, там. Это диспел. Да. Еще диспел. Успел забрать. Вот, видите, вы рыбу. Мишку держите. Я хоть и эмс, но чё-то... Каску обновите. Лапку обновите. Так. Ссылки ссали по себе. Отвернулись. Испыльте страх, пожалуйста. Милики, отошли. Все, бьем только босса, можете Бейл стать. Милики, отойдите. Вам Бейл не нужен. Сделайтесь аккуратнее. Надо просто держать. Все бьют босса. Вернулись. Упс. Шелби. Тут? Да, тут. А дай, пожалуйста, оценку вот этому кеджалу на рогу. Ну, если для мутика, это нормально.
меткость, мастерство и ум быстрый. Я что-то не ровно, ничего, не запуска. Там только по джайне нажмите, чтобы она там. Там кто-то закрывало. Так это же запуск уже, там надо разрулить. Реперный коньяк скачет. Никак не нарадуется. А ты знаешь, сука, я его ждал? Сука, я его хотел. Я тоже херня, покажи мне что. Ну, вижу, что очень раскачешь. У меня ностальгия софа, у меня на Афи он был, понимаешь? Вот, я все время его хотел. Сатурон отошел. Подожди, я рулю живот. Пускай. Субтитры сделал DimaTorzok.